На парадном совещании, прошедшем минувший понедельник, благодарственным письмом главы Заинского муниципального района был награжден завхирургическим отделением Заинской ЦРБ врач-хирург Магомед Алиевич Мурзагов. Магомед Алиевич проработал в Заинской ЦРБ более 30 лет. Профессионал своего дела, глубоко порядочный человек. За эти годы он спас жизнь и вернул здоровье сотням заинцев. И здесь стал родным. Глава района сообщил, что для продолжения карьеры хирурга Магомед Мурзагов уезжает в Дагестан. Для зала новость стало неожиданной. Вспоминая все то доброе, что город и район получил от врача с большой буквы, зал проводил любимого доктора аплодисментами, перешедшими в овации.